Пока здесь голые стены, запах сырой штукатурки и много строительного мусора. Но уже 1 сентября этот блок гимназии номер 6 встретит детей новым ремонтом и табличкой «Кванториум». 6 кабинетов и рекреация преобразятся. Появится новая мебель, оборудование и, самое главное, специальные наборы и техника для развития навыков школьников. Он в себя предполагает высокооснащенные места для обучения как в системе общего образования, то есть в рамках основной школы, так и в системе доп. Образования и также внеурочной деятельности. Для этих целей оборудуются кабинеты, определенные, да, квантами, и также поставляется оборудование, необходимое уже для образовательного процесса. Дети смогут углубленно изучать химию, физику, информатику, биологию, а также ходить на дополнительные кружки по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам. Попробовать себя в различных направлениях можно с 1 класса, а затем усовершенствовать знания по выбранному направлению вплоть до 11 класса. Давать знания будут учителя, которые предварительно прошли дополнительные курсы. Так скажем, Академией Минпросвещения Российской Федерации проведены курсы для наших педагогов, которые будут принимать участие и работать с данным оборудованием. Также у нас будут привлекаться педагоги доп. Образования, которые узкоспециализированы по определенным профилям. Кванториумы помогают школьникам познакомиться с разными навыками и освоить востребованные специальности, а также определиться, кто больше по душе. Записаться в Кванториум смогут не только учащиеся гимназии, но и дети из других учебных заведений. Места ограничены. Технопарк сможет обучать только около 300 детей разных возрастов. Но пока в гимназии только готовятся принимать воспитанников. 4 числа приступили к работам. Выполняем работу в 3 кабинетах. По согласно графику, закончить должны 1 августа. Какие работы будете проводить? Которые малярные, полы, стены, потолки. Записаться в Кванториум можно будет через госуслуги или навигатор доп. Образования. Технопарки в образовательных организациях открываются благодаря нацпроекту образования. Всего в Ульяновской области уже работают 4 стационарных кванториума и 1 мобильный. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.